На конкурс дети читают стихи. Просекова Елена, 8 лет, город Курган. Сергей Глебов. Это было в мае. Это было в мае, на рассвете. Нарастал у стен рейхстаг гобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожала она, стояла. В голубых глазах застыл испуг, а куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой, дочь его родную, расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец, и грудью заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возродили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет.